Анонс и точно дата выхода первой серии нового сериала «Казанова в России». Первая серия сериала выйдет на Первом канале 12 декабря. События сериала разворачиваются в 1762 году, когда Екатерине II Великой приходится подписать обязательство о возвращении трона сыну Павлу, когда тому исполнится 18 лет. Этот документ имеет огромную ценность. За ним ведется целая охота, участником которой становится и Джакомо Казанова. Он итальянский авантюрист, которому необходимо во что бы то ни стало добыть важный документ. Это позволит Казанове искупить все свои былые прегрешения. Чтобы добиться цели, герою необходимо очаровать сразу трех дам. Казанова еще не знает, чем это для него обернется. Напомним, первая серия сериала выйдет на Первом канале 12 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.